Всем доброго времени. На обзоре у нас очередной вездеход, изготовленный нашими руками. Такая вот машина получилась. Давайте пройду, покажу, что он из себя представляет. Потом расскажу поподробнее. Обзор на такой вездеход уже был. У меня на канале есть. Кому интересно, посмотрите. Вдаваться в подробности особо не буду. Расскажу просто по изменениям. Что новенького на нем появилось. Что поменялось. Вот такая техника вышла у нас нынче. Так, давайте начнем с бампера. Бампер у нас, как и в прошлой версии, также все работает, также все откидывается для удобства доступа к мотору. Вот так вот это все отбрасывается у нас. Вот так. Здесь стоят цепочки. Все обшито. Местный дизайнер нам тут делал. Вася Иголкин. Дальше под капотом установлен мотор Лончин 24 лошади, двухцилиндровый, хороший аппарат. Стоит вариатор неизменно, 33-й бурановский ремень установлен. Капот на газовом упоре, уж по клотику точно не прилетит, отлично держится. Светодиодные фары, все как и в прошлой версии. Вот колеса Урал Лапоть бескамерные, извиняюсь, V3 Крас Лапоть. Вот рисунок сделан вот таким вот образом. На прошлой версии клыки были поперечные, он шагал, неприятно было ощущение такое, что постоянно шагает. Вот здесь вообще отлично себя ведет, едет ровненько, аккуратненько, так никаких скачков, прыжков. Колеса бескамерные, посажены на бедлоки, на герметик. Внутри залит герметик для пущей надежности. Вот так вот. Установлен электроусилитель руля. На прошлой версии его не было. Здесь он уже стоит. Ручник изменен. На прошлой версии ручник был механически семерочный. С цилиндриком. Здесь уже установлен вот такой вот шаровый кран. Сиденье на мягкой раме. Приятно ведет себя. УАЗовский кулак. Сделано отверстие под толотницу. Все устанавливать будем. Все на карданах. Карданы нивовские ставили в прошлых версиях. Здесь стоят уже УАЗик. Нивовскую не используем. Мосты Волговские 3110. Вот так вот оно все выполнено. Выведены сапуны. Потому как вездеход имеет положительную плавучесть. Хорошо держится на воде. Нынче не удалось нам с ним побулькаться, поплавать. Потому как, сами понимаете, декабрь месяц уже. Все замерзло. Бензобак выполнен, как и раньше. Вот он здесь в нише. Бак на 20 литров установлен. В этой половине аккумуляторный ящик сделан. Вот такие застежки. Так вот подножечка. Такой рундук. Рундук также во всю длину выполнен. Вот эта дополнительная крышка, если что-то туда укатилось, легко открыл, достал. Вот так вот. Вот здесь аккумулятор
ящик сделан. Выведено таким вот образом все. Вот так выглядит водительское место. Сидушка полностью регулируется, ездит вперед-назад. Спинка также регулируется. Дополнительно заказчик попросил вывести такие крепления. В будущем будут ставить сюда кабину, заводить, возможно, тепло. Здесь тоже в кузове выведены вот такие вот отверстия, предусмотрены для того, чтобы можно было поставить дуги, натянуть брезент. Вот такой получился нынче у нас аппарат. Вчера-сегодня проводили испытания, катались, смотрели, как он ведет себя на неровностях. Ездили по замерзшим болотам, по кочкам. Всяко пытались, ломали его, гнули. В общем, достойно себя ведет. Показал себя с хорошей стороны. Ну вот как-то так. Вот такой вот у нас аппарат. Всех с наступающим. Берегите себя. Здоровья всем. Удачи. Все, счастливо.